Сейчас мы споем песню Валерия Кузнецова, песня из спектакля «Шаги командора» или «Вальпургиева ночь» это по пьесе Венечки Ерофеева. Вот. Ну, сами знаете, там по сюжету психи есть и врачи, больше никого. Как в жизни. Или спектакль. Вот. Мы в Востоке пели уже одну песенку. Ну, а слово «апология», наверное, всем известно. Да, песня называется «Апология пьянству». Все же знают слово «апология». Ну, восхваление. Да, апология – это да. Восхваление чрезмерное, чего бы то практически ни было. Песня «Тост». Кстати, да. Наливай. Хорошо вам. Мне хорошо, ничего не хочу. Возраст такой. Дети растут, нет вопросов врачу. Мир и покой. Солнце садится или птички поют. Дождь ли прошел? Стопочку выпью, другую налью. Раз, и хорошо. Красные с белыми снова сошлись в смертном бою. У оружейников сытая жизнь, копья куют. Новых указов нанес новый царь полный мешок. Глянешь в указ, опрокинешь стопарь. Раз, и хорошо. Делят какую уж тысячу лет до тошноты. Землю и женщин, одежду и свет, хлеб и цветы. Вот этого блага по низкой цене. Вот тот их лишен. И лишь у меня все богатство при мне. Раз, и хорошо. Время придет, и от дури людской охнет земля. Горы исчезнут в пучине морской, сгинут поля. Вот бы тогда бы стаканчик найти на посошок. Выпить, занюхать и тихо уйти.